Да! А, черт! Что за месилово-то, а? Привет, бро, меня зовут Пози, и добро пожаловать в Бравл Старс на новенький чемпионатик. Я только что зашел в Бравл Старс, и вот что я увидел. Бравл Старс Чемпионшип. Ну что ж, я набрал команду. Будем с вами надеяться, что у нас получится пройти этот турнир. Я уже сбился со счета, какая-то по счету попытка. Может быть, 6-я или 7-я попытка пройти чемпионат. И всегда, всегда мы сливаемся на последней игре. Всегда. Это просто по КД, чуваки. В общем, надеюсь, что у нас в этой серии все получится сделать. Надеюсь, нам удастся пройти чемпионат. Это единственное, чего я еще не сделал в Бравл Старсе. Я буду играть за Вольта, мой подписчик будет играть за Мистера Пи и Сэнди. Карта у нас Каменный Форт. Давайте мы с вами это сделаем. Просто затащим по красоте. Это у нас захват кристаллов. У них в команде 8-бит. Блин, у меня голос охрип, вы слышите, да, это? Ой, какой я охрипший, просто капец. Голос как у Хагрида. Так, я их обошел аккуратненько, да? Опа! Все, атакуем. Оп, телепортация. Нет! Фух, добили. Все, ребят. Ай-яй-яй-яй. Фу, я украл кристалл и убежал. Вы видели это, да? Они почти по мне попали. Все, все 3 кристалла у меня. Будем с вами сидеть в углу и ждать, когда произойдет чудо. Ай-яй-яй-яй-яй, по мне больно попали. Слушай, а Сэнди-то красавчик. Смотри, он просто бесконечно ультует. Блин, вот как бы попасть сейчас. О, попал, найс. Так, ребят, новая трансформация. Трансформация на дальность стрельбы. То, что нам сейчас нужно. Все, ребят, пошел обратный отсчет. Мы с вами отсюда сматываемся. Использую последнюю трансформацию. Опа, опа. О, нет, 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 нет. Да как? О, нет, нет, нет. У них 9 кристаллов, что за отстой? Так, ребят, что делать? Я жду, 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 жду пока. Опа. Да блинский! Ребят, прорывайтесь! А, черт, все, это финиш. У них 10 кристаллов. Если мы сейчас сольем первую катку, это будет максимально тупо. Опа! Да! Есть! Сбил кристаллы немножечко. Но у них 15, 17. О май гад. Все, все мои телепорты закончились. Дело пахнет очень жареным. А, черт! Что за месилово-то, а? Мы просто на грани держимся, чуваки. Просто на грани. А, ну все, это GG. Мы слили первую катку. О май гад. Что-то мне подсказывает, что эту игру у нас уже нет шансов выиграть. Ну что ж, всякое бывает. Окей, мы проиграли первую игру, но вторую-то мы с вами обязательно выиграем. Так, я придержу телепорт на всякий случай. Он мне еще пригодится, я в этом уверен. Хоба, хоба. Мы просто не даем Джеки шансов. Мы ее все время убиваем. Она только вырывается на мид, а мы ее сразу же убиваем. Еще одна трансформация. Все, это последняя трансформация. Мы держим мид. У нас хорошо получалось, просто те чуваки реально оказались очень хитрыми. Они дождались, когда мы начнем сматываться назад, освободим мид. И аккуратненько нас всех завалили, когда мы в рассыпную все разбежались. Что ж, ну мы должны совершать ошибки для того, чтобы учиться на наших ошибках. Конфуций. Ребят, ждем. Все, он ультанул. Убил его. Ну и все, Джеки труп. Опа! Да, ребятки, мы с вами затащили эту игру. Наша первая выигрышная игра. Отправляемся дальше. Спраут, Мортис и Тик. Интересная у них тактика, очень интересная. Ой, что это был за пролаг? Черт, мне это уже не нравится. Ух ты, пролаги это очень плохо. Так, Мортис у нас все стырил. Нет! Он нас всех расколбасил! Используем ускорение. Держимся как можно дальше. Опа, опа, опа! Убили Мортиса. Трансформация. Да-да-да-да-да-да-да, чуваки. Оп, оп, оп. Все, я их всех быстренько убил. Все, это последняя трансформация. У нас максимальная скорость. У нас есть рассыпные пульки. О! О, опять какой-то безумный пролаг был. Что за лагающий сервер? Все, обратный отсчет у нас пошел. Спраут здесь нас не достанет. Мы можем постоять тут. Сейчас его пингвинчик добьет, скорее всего. Спраута. Да, добил. Да, затащили. Фу, но это было на самом деле очень изи. Я думал, что будет намного сложнее. Но это оказалось изи-чамба. Что ж, мы почти прошли первый обучающий этап. Первый наш этап. Какой позор. О май гад, и на первом же этапе слива. Так, кактус что-то там в центр бросает, да? Я вижу, ты самый умный кактус, да? Опа! Убил его. Так, 8-бит мы тоже вальнули. А, черт, он воскрес!
О, мы должны Шелли убить. Убили Шелли. Найс. Так, кактуса валим. Все, завалили кактуса. Мы 6 кристаллов забрали. Все нормально. Мы забрали то, что принадлежит нам по праву. Мы расселись просто по кустам и ждем. О май гад, на колючках. Ну все, а сейчас что-то пойдет не по плану. Нас всех завалят. Так же обычно оно всегда и бывает. Нас всегда валят. О, нет, мы забрали кристаллы, отвоевали их. Ой, 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 ой-ой-ой-ой. Эти шипы были настолько близко, что я думал, что меня сейчас убьют. Да, затащили. Все, мы прошли первый этап. Ребят, поставьте лайк за прохождение первого этапа. Прямо сейчас. И за мой охрипший голос. Записывал для вас вчера видосики. Так, он выбирает Бо. Награда за поимку. Да. Черт, она на втором этапе. О, ну слушай, 5 этапов. То есть, по сути, самое сложное сейчас будет это награда за поимку. Даже не знаю, чуваки. Покажем максимальный скилл, но здесь, возможно, мы потратим все наши попытки. Не знаю, каким чудом мы выживем. Хотя, они поставили вторым этапом награду за поимку. Все, давайте мы все будем тут держаться. Набирать ульту спокойненько. Пускай попробуют к нам подойти. Играем в закрытую. Мы никуда не выходим и никуда не торопимся. Мы их уже уделываем по нескольким параметрам. Я иду к ним в раж. Вот так сбоку буду стоять. Так, 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 так. Вот сейчас где-то здесь будет. Опа! Убил! Ха-ха! Вот это был легкий килл. Просто изичайшие чуваки. Стоим вот за этой штукой и хилимся. Опа! Выстрел. Попадание. Опа, опа, опа! Почти убил. О, красава! Красава! Это просто джекпот! Смотрите, что мы сделали с полем. Ну, это победа, ребят. Блин, как хорошо, что они награду за поимку поставили вторым этапом. Потому что реально, до этого выигрывали на ней только профи. И на самом-то деле у нас даже появились шансы. Хотя теперь последняя игра это Броубл. Что тоже нисколечки не облегчает нам в целом все наши испытания. Ну все, короче, без вариантов. Мы выиграли. У всех много звезд. Все молодцы. Ребят, первая моя победа в награде за поимку. Давай, погнали еще. Нам нельзя останавливаться на достигнутом. Пока нам везет, нам нужно идти вперед. Когда мы серединку пройдем, тогда можно будет немножечко отдохнуть. Совсем капельку, и то не факт. Так, играем в закрытую, чуваки. Все, пускай Бо их триггерит, агрит, а мы посидим в кустиках. О, все, мы видим все, офигеть. Так, Бул. Фух, это был как босс, чуваки. Давай еще мины ставь. Вот так, под укрытие, так сказать. Чтобы никакие булы к нам не прошли. Просто без шансов, чуваки. У этих чуваков нет шансов вообще никаких опять выиграть. Это какая-то слишком изящная победа, вам не кажется? Так, набираю ульту, не торопясь. Так, Бул пошел, пошел по нашим минам. Молодец, Бул. Давай больше нам звезд. А то у нас только 22 звезды. Так, трансформация. Опа, ух ты. Вот это у них тактика раша пошла. Прорашили так прорашили. Сразу все слились. Так, все, не выходим, не выходим. Рано радуемся. Пау, Була подорвали. 30 звездочек у нас. Это просто джекпот, чуваки. 30 звезд. О май гад. Все. О, нет, я умер. Ну, ладно, бой окончен, благо. Наше первое поражение за игру. Награда за 5-ю победу. 300 звездных очков. Отлично. Нам осталось сыграть всего лишь один разочек. И мы с вами пройдем награду за поимку и надеюсь, больше никогда о ней вспоминать не будем. Плохое испытание, которое я никогда не любил. Все, мы старые сидим здесь. В засаде, так сказать. Сидим в засаде. Опа, трансформация. Убили Шелли. А она специально слилась, вы видели? Она как будто прям показала такая. Да-да-да, сливать меня. Блин, что же вы такие-то засранцы? На тебе. Давай, давай, давай. Найс! Все нормально, всех троих отбили. Фу, поставь гаджет, дружище. Поставь здесь гаджет. Все, будем стоять за стеночкой. Кто проживает на дне океана? Что, блин, тут происходит? Это было красиво. Ой, эта штука нас хилит. А, так вот что нас хилило. Но они за 20 секунд вряд ли смогут 20 звезд все набить. Это фактически невозможно. Мы можем их потроллить пока что. Я так увернулся от ее биты красиво. Все, ребят, это победа. О, что это за пирамида такая? Ребят, пройден второй этап. 6-я победа. Осада, заводская лихорадка. Так, вот это интересно. Тут как бы битва против роботов. И тут даже не знаю, как лучше быть. Играть ли за этого бравлера, за Вольта, или все-таки выбрать другого бравлера. Я думаю, что можем попробовать одну катку сыграть за Вольта. Но знаете, у нас команда гавриков. Вольт, Джин и Мистер Пи. Превосходная команда. Я заберу то, что принадлежит мне по праву.
Давай, Пенни. Стоп, осадный робот первого уровня. О, он на нашей стороне, найс. Слушай, ну, я тут буду как бы их валить сейчас сурово. Ну, осадного робота как-то слишком быстро слили. Все, давайте быстренько пособираем болтики. Так, Джин, как же ты вовремя ко мне подошел, блин, братан. Ты меня просто спасаешь. Так, еще одна трансформация. Чисто на то, чтобы пульки разлетались. Пау! Теперь я как Джин почти. Это победа. 7-й уровень у робота осадного. Ну, попробуйте теперь нас завалить. Блин, если бы я мог сейчас телепортировать как-то нашего робота, было бы безумно круто. Давай. Опа! Так. Сваливаем за пределы. А-а-а! Как? Я вышел за зону. Что за бред? Ладно, мы им 50% хп снесли, но больше им нельзя давать возможность собирать детальки. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. Но, о, слушай, 10-й осадный робот у нас будет сейчас. О май гад, 11-го уровня. Давай. Да, снесли. Легчайшая победа. Даже не ощутил. Ну что ж, я думаю, что на этом наш ролик подойдет к концу. В следующей серии мы с вами продолжим. У нас броубол, у нас ограбление, у нас осада, еще 2 этапа. Поддержите этот ролик лайком. И если вы хотите, чтобы я сегодня выпустил финал турнира, то поставьте много лайков под этим видео. Давайте попробуем собрать 20 тысяч лайков. Да, и я выпускаю вторую часть. Всем адьос! Playtime!